Всем привет! Я хочу показать вам новинку Giordani Gold. Вот такой пигмент-корректор. Это корректор тональной основы. Есть светлый, а есть темный. У меня их два. Темный я вам уже показывала. Сегодня покажу в сравнении светлый и темный. Светлый нейтрализует желтизну тональной основы, делает ее светлее, а темный, наоборот, делает основу темнее. Так, сейчас я покажу вам сам пигмент. Вот это темный. А это светлый. А это тональная основа без пигмента. Покажу, как он смешивается. Вот я слегка осветлила тональную основу. Да, видно отличие. Светлым тональником мы подмазываем вот эти места. На лицо я заранее нанесла праймер. Вот здесь я делаю тональную основу темнее. И наносить ее буду вот на эти места. Я нанесла тональную основу с корректором. Некоторые места притемнила, некоторые высветлила. Лицо при таком способе нанесения становится менее плоским, что ли. Скулы выделяются. Особенно, когда их нет, да, очень удобно.